Раунд! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Стас. И да, я жив, я никуда не пропал. Спустя месяц после предыдущего видео про ЕГЭ, про обществознание, я наконец-то здесь, в этот пасмурный и снежный весенний день. Весенний день. Я наконец-то здесь, чтобы рассказать вам про ЕГЭ. Русский язык. Вот так вот буду я вам вещать. И поскольку в прошлом видео про обществознание меня просто вынудили снять это видео, потому что там уже больше 130 лайков, а было 100 или 50. В общем, это видео должно набрать 100 лайков, чтобы у меня было хоть немножко времени снять и отдохнуть, и подготовиться к ЕГЭ. И снять уже следующее видео про математику. Это будет базовая математика. И сегодня я вам расскажу про русский язык. Также всем большое спасибо всем, кто подписался, и активность на канале возросла. Это видео будет не такое, как все, потому что к русскому языку, я считаю, надо готовиться по учебникам, по пособиям и решать в интернете. На сайте Решу ЕГЭ, очень хороший сайт, но это все по порядку. Итак, давайте же начнем с первого. Это пособие, какие-нибудь пособия или учебники для подготовки к ЕГЭ. Как видите, у меня есть два пособия. Синенькое — это для ГИА, после 9 класса мы готовились. И вот это зелененькое — это для ЕГЭ. Это у нас Сенина, это книга 2. Чем она хороша? Вот сейчас нехорошо получилось. Чем вот эта вот книжечка хороша? Потому что здесь вначале идет 100 с чем-то страничек теории. Вот ровно 100 страниц теории в этой книге идет. А потом 20 вариантов, просто ЕГЭшных вариантов, которые вы просто решаете, в конце даются ответы. И вы проверяете. Такая книжка стоит 231 рубль. Здесь теория, очень хорошая теория. Так, вспомнить, освежиться. Не как учебник, конечно, который я вам сейчас покажу, но все же вот эта вот книжка очень хорошая. И пахнет она, кстати, просто божественно. Нам с 5 класса твердили: оставляйте учебники по русскому языку. Я вот то, что у себя дома нашел, я сейчас вам покажу. Мы учились по учебникам русского языка: Разумовская, Львовы, Пинас, Богданова, Тронина, Львов, Сергеева. В общем, это вот такие вот учебники по русскому языку. 5, 7 и 9 классы. Чем они хороши? Здесь также дается теория. То есть, если вам надо повторить теорию или вообще вспомнить ее, вот эти вот учебники — это вообще идеальный для вас вариант. Здесь много теорий, и сразу же здесь даются упражнения для их, для нарабатывания данной теории. Видите, корни с чередованием буквы Е и И. Видимо, с этим у меня были проблемы, поэтому даже здесь поставил закладочку. Кому надо повторить вообще, я думаю, вы тоже оставляли эти учебники, или у вас какие-то другие были. Вы тоже их оставляли, и сейчас так вот вспомните о них. 9 класс, по-моему, самый маленький. Нет, одинаковый, просто 5 класс самый широкий получается. Вот видите, правописание предлогов. Предлоги пишутся всегда отдельно от слов, с которыми они употребляются: со мной, к сестре, с тремя товарищами. Картинки есть еще. Тех, кто историю сдает, это понадобится. Я заикался про сайт Решу ЕГЭ. В общем, там есть такая тема, когда вы заходите, и вам надо наработать или понять, как решать какое-нибудь задание из ЕГЭ, там дается пояснение. То есть, например, 7-е задание — это найти ошибки в предложении, за него дается 5 баллов, то есть это такое мощное, сильное задание. Там рассказывается, как его решать, то есть что такое деепричастные обороты, причастные обороты, еще что-нибудь, какие-нибудь ошибки повременные. Там вам рассказывается, вы просто смотрите, читаете, конспектируете или еще что-нибудь записываете, а потом просто нарабатываете 20-30 таких же одинаковых заданий, и у вас уже все получается. Если вы не доверяете сайту Решу ЕГЭ и все хотите прорешивать на бумажках, вот я закрою название «История», есть вот такие же вот книжки, я вам 100% говорю, серия пособий, видите, «Русский язык». Вы покупаете вот такую вот книжку, про нее я подробно рассказывал в ЕГЭ по истории. Вообще, по истории это просто божественная книга, потому что здесь есть карты еще. Если кто не купил, что вы сидите еще здесь, смотрите меня, бегом покупайте. Купили? Тогда лайк ставим. Учебно-методическая литература, вы просто покупаете такую книжку, здесь задания идут по блокам, то есть первое задание, сразу несколько таких заданий дается, вы просто повешиваете, потом в конце смотрите ответы, и ура, у вас все получается, конечно. Если же у вас есть еще какие-то проблемы, и вам надо, чтобы вам все это еще больше рассказали, есть такой сайт «Интернет-урок», там есть раздел «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». Там, конечно, готовят по старым заданиям, то есть не 2016 года,
там, где еще тестовые задания были. Но все равно послушать, как пишутся причастия или как ставится ударение, можно. То есть вы себя нарабатываете, слушаете, там еще в конце можно тест порешать. Все сейчас делается для нас, для вас, чтобы все хорошо сдали. Вам же я хочу пожелать удачи. Вы все сдадите через, по-моему, 2 месяца. Сейчас вот март 24 марта, и русский язык для меня будет первым экзаменом ЕГЭ 30 мая, поэтому я не знаю, что с ним делать. Для вас также 100 лайков, подписываемся на канал, фолловим меня в Инстаграме, в Твиттере, ВКонтакте, пишем, как вам все это понравилось. Я всех добавляю в друзья, с каждым общаюсь, все об этом прекрасно, все знают, то, что я каждому отвечаю и с каждым хорошо общаюсь. И вот вы дождались это видео про русский язык. Я рассказал вам, как лично я готовлюсь к этому экзамену. И с вами был Стас. Как всегда, лайки, подписки, все дела. Попрошу вас лайки и подписки. Всех люблю. Пока. Время облачаться в траунд.